Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Noah 2000 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, автомат полный привод. Пробег на автомобиле 256 тысяч километров. Заменю на нем сетку бензонасоса в топливном баке. Открываем боковую дверь. Здесь сиденье снято. Поэтому, я думаю, мне легче добраться будет. Сейчас опущу камеру. Также здесь придется снять вот эту накладку и открутить болт. На 14. Крючок здесь только один, вот этот. Думал, все легко и быстро, а не так-то оно было. Лючка здесь не предусмотрели. Чтобы снять насос, надо снять бак. Разъемы я оба отключил. Лючок я не закрываю, он не пригодится. Бензина в баке хорошо мало, поэтому бак я сниму. Поднимаю автомобиль и смотрю, что надо делать снизу. Поднял автомобиль, снимаю вот этот пластиковый пыльник, три болта, головка на 10. В принципе, и тут японцы красавчики придумали все толково. Бак снять, нет никаких трудностей вообще.
все удобно, все лаконично. Отсоединяем разъем, шланг. Быстрый разъем. Кстати, здесь уже что-то делалось, уже снималось. Одна трубка не на месте, вторая трубка не на месте. Что и когда делалось, непонятно. Вскроем, посмотрим. Отключаем три трубки. Отцепляем заливную горловину. Сейчас поддену, посмотрю. Бензина вроде бы мало должно быть. Грязь уберу. Вокруг. Хорошая штука поддевать патрубки. Силиконовой смазкой, чтобы разъем снять легче было. Нажимаю фиксаторы и стягиваю трубку. Также эти разъемы снимаю. Не хочет особо. И вторая. Получается, проводка отцеплена, патрубки, трубки отцеплены, и патрубок за лива топлива, заправки топлива отсоединен. У нас теперь остается только лента. Вот эта лента, которая у нас держит. Откручиваем здесь болт и откручиваем с этой стороны болт.
Также у нас два болта сзади. Ставлю гидростойку. Поставил я стойку. Задние болты на 12. А передние болты на 14. А здесь лента на шарнире. Все, можно бак опускать потихонечку. Трубка перелива, или, скажем так, трубка вентиляции держит. Я ее не открутил. Но нужно открутить и снять. Сейчас отцеплю ее. Все, однако, еще, наверное, гораздо проще. Надо было вот этот кронштейн открутить и снимать вместе с заливной горловины. И не снимать этот патрубок. Совершенно верно. Так что надеваю его сразу на место, закручу попозже. Вот и все, вместе с горловиной он легко сходит. Снимаю. Как все просто и легко. Вот такие два усика сжимаем. Головка на 8.
сетка темная, грязная, но я не скажу, что она смертельно грязная. Снизу побольше грязи. Снимаю насос, меняю сетку. Тут поменять ее вообще даже никаких трудностей нет. Насос родной стоит. Следов, что он менялся, нету. Сетку буду использовать оригинальную, 23-217-46-090. Поддеваю насос просто в бок, его смещаю на резинке. Держу резинку, чтобы пошло, не упало. И поддеваю стопор. Надеюсь, что с новой сеткой идет новый стопор, а то придется старый ставить. Поэтому я его аккуратненько сниму, не ломаю. Вот он стопор. И вот сетка. А нету нового стопора. Надо его отдельно тоже заказывать. Я этот снял целым, поэтому его и поставлю. Одеваю сетку на место новую. Здесь он одевается довольно-таки плотно, поэтому придется немножко постучать. И одеваю на место стопор. Все. Сетка стоит, стопор стоит. Ставлю резиновое вот это уплотнение и вставляю его вот в этот кронштейн. Надавливаем и заводим в паз. Все, сидит. Сейчас загляну в бак. Посветил, показалось грязно, давай отверточкой трогать потихонечку. Нет, это не грязь, это внутри бак то ли напыление, то ли покрашен так пятнами. Грязи нету.
Ну все, сетка стоит новая, сетка старая. Конечно, грязная, забитая, но не смертельно. То, что поменяли, все равно хорошо. Ставлю насос на место и прикручиваю его. Сразу эти посажу на место. Странно, почему снимали. Насос вроде бы как родной. Может быть, весь просто заменили с трубками. Бушный поставили, тогда он может быть родным. Устанавливаю бак на место. Бак подкинул. Теперь потихонечку поднимаю, выравниваю его. Завожу горловину топливную. Резьбу я там помазал, болты я тоже помазал. И наживляю. Все, здесь я наживил. Спереди выравниваю, одеваю ленту. Болт я тоже смазываю. Вот и все. Бак у меня подвешен. Гидростойку я убрал. Теперь цепляю на место трубки.
Бак пока не затягиваю. Сейчас все это выровняю. Также выровняю горловину. Все, горловину я тоже наживляю, болт я помазал. Бак установлен, собираю в салоне и пробую запускать. Говорю, бак установлен, а вот этот пластиковый экранчик забыл поставить. Прикручиваю его на место. Болты я также смазываю. А вот теперь снизу все. Так, одеваю разъемы. Ложу на место палас.
все, иду пробую запускать. Несколько раз. Запускается отлично. На этом замену сетки бензонасоса в баке я закончил. Всего вам доброго.